Друзья, всем большой привет! Я рада приветствовать вас на канале Marvel Toys. Меня зовут Света. Сегодня понедельник, 19 октября. И сегодня на моем канале вышло новое видео, новый вязовлог. Кто его еще не смотрел, я оставлю подсказочку. Проходите и смотрите, какие игрушечки я вязала ранее. А сейчас по горячим следам я начинаю снимать новое видео, новый вязовлог. Этот вязовлог я хочу попробовать снять в формате, который очень похож на формат неделю стартов. В неделе стартов, получается, вяжется каждый день новая игрушка, показывается отчет по игрушечке вечером, и затем загружается видео на канал. Я попробую в таком формате снять вязовлог. Каждый день я новую игрушечку начинать не буду, но хочу подключаться каждый день и показывать свои продвижения, что я связала за сутки. Мне самой интересно, что у меня получится, и надеюсь, вам такое видео понравится. А сейчас я вам расскажу, что у меня в планах и что я буду вязать из вот этой вот пряжи, которая лежит у меня на столе. Это пряжа Yarnar Jeans, красный оттеночек пряжи номер 90, бежевая пряжа номер 07 и коричневая пряжа номер 40. Из этого набора пряжи я свяжу трех оленят по мастер-классу Ольги Аскаровой. И для этих игрушечек есть у меня уже связаны некоторые детальки, и сейчас я вам их покажу. Это вот такие вот заготовки для рожек. Здесь связаны все детальки рожкам всем трем оленятам. И еще хочу сделать маленькое уточнение. Этих трех оленят и еще две игрушечки, которые я начну вязать завтра, их мне надо связать в ограниченное время. Поэтому я буду вязать, скорее всего, только их. Если у меня получится, буду вязать и игрушечки, которые я начала вязать в марафоне «Осенний лес». В общем, все свои продвижения, все, что я буду вязать, я, конечно же, буду с вами делиться. И на этом у меня сегодня все. И тогда до завтра. Сегодня следующий день, вторник, и я хочу вам показать свои продвижения, что я связала за вчерашний вечер и за сегодняшний день. Ну и помимо этого я хочу вам показать пряжу и рассказать, какие я игрушечки буду вязать параллельно с оленятами. Итак, вот эти вот заготовочки для рожек я вам вчера показывала. Сегодня я довязала некоторые детальки и даже уже их собрала, пришила. И у меня получились вот такие вот основные заготовки для оленят. Получается, мне осталось довязать ушки и мордочки. И, кстати, у них на кофточке, на шейках будут воротнички, имитация воротничков. Они вяжутся отдельными детальками. Окончательный результат я, конечно же, вам покажу. Так, работы тут уже осталось не сильно много. Пришить мелкие детальки, и будут оленята готовы. А сейчас я вам покажу пряжу и расскажу, что я буду вязать параллельно с этими оленятами. Это вот такой вот набор пряжи в очень красивых ярких оттенках. Оранжевая пряжа – это пряжа Yarnar Jeans номер 77. И мой самый любимый оттеночек пряжи Alize – это пряжа Alize Cotton Gold Hobby номер оттенка 612. И из этого набора я свяжу две морковки по мастер-классу Марины. Ее канал называется «Добрые игрушки». Ботву морковкам я буду вязать способом спиральками. Одна морковка у меня будет связана основа и пришиты кудряшки. А вторая морковка будет у меня оформлена, как в мастер-классе, с глазками. Вот такие вот у меня скромные планы. Продвижения по марафону у меня нет никаких, поэтому корзиночку показывать не буду.
А к вам я подключусь уже завтра и покажу вам продвижение сегодняшнего вечера и завтрашнего дня. Сегодня среда, и я по традиции к вам с мини-отчетом. Сейчас я вам покажу свои продвижения, что же я связала. Итак, что же я тут навязала? Я связала две основы для морковок. Одна основа морковки без глазок, а вторая с глазками на безопасном креплении. Связала я ботву для одной морковки. Здесь у меня 6 кудряшек. Их я вяжу кудряшку за кудряшкой. Это одна такая вот основа, один вот такой вот локон, и затем я его пришиваю к основе морковки. Для второй морковки я только начала вязать ботву, связана только одна кудряшка, а для оленят я довязала ушки и не хватало мордочек, связала мордочки. И можно сказать, я уже на финишной прямой по поводу этих заказов. Осталось мне только их собрать и оформить. И готовый результат я вам покажу уже в следующем включении. Сегодня четверг, 22 октября. И оленята с морковками у меня уже полностью готовы и оформлены. И перед тем, как я их вам покажу, хочу показать одну игрушечку, которую я показывала вам в прошлом видео. Она у меня была полностью связана, но не до конца оформлена. И это вот такая вот очень симпатичная, милая коровка, которую я связала по мастер-классу Надежды Лебедевой. В прошлом видео я вам ее показывала, но она у меня была еще не полностью украшена. Я никак не могла определиться, какую же пуговку пришить на комбинезончик. И мой выбор остановился на вот такой вот нежно-голубенькой пуговке в форме сердечка. Я решила точно таким же цветом, нежно-голубеньким, вышить возле глазиков голубенькие радужки. Вот такая вот милашка у меня получилась. Если она вам понравилась, вы хотите также ее связать, внизу под видео будет ссылочка. Проходите, приобретайте мастер-класс и вяжите вот такую красоту с удовольствием. А сейчас я вам покажу трех маленьких оленят, которых я связала по мастер-классу Ольги Аскаровой. И вот такие вот три малыша, вот такие вот три красавчика у меня получились в очень красивых красных новогодних свитерочках. От них прям веет Новым годом. И понимаешь, что Новый год уже все ближе и ближе. Вот такие вот малыши. Глазки у них на безопасном креплении 7 мм. Высоту они у меня получились вместе с учетом рожек 15 сантиметров. Мастер-класс, ссылочку на мастер-класс я также оставлю внизу под видео. И осталось мне показать вам еще две готовые работы. И это, конечно же, две морковки по мастер-классу Мариночки. Вот такие вот у меня две очень красивые, насыщенные, яркие морковки у меня получились. Одна морковка с вот таким вот оформлением, с глазками и улыбочкой. И вчера я вам показывала заготовочку ботвы, в которой было 6 локонов, 6 кудряшек. Я сегодня пришила эти заготовочки, и мне показалось маловато их, поэтому я довязала каждой морковке еще по 2 кудряшки. Вот такой вот у меня результат. Игрушечки очень классные. Ссылочку на мастер-класс этих морковок я также оставлю внизу под видео. Вот такие вот результаты у меня на данный момент. Если вам понравились мои игрушечки, мои работы, поддержите меня, поставьте лайк,
Мне будет очень приятно. А также пишите комментарии и напишите в комментариях, понравилось вам видео такого формата. Честно признаюсь, мне понравилось снимать видео такого формата. Меня, можно сказать, дисциплинирует оно. Я не развожу одновременно очень много процессов. Ну и опять-таки, это все зависит от ситуации. На данный момент у меня младший сын на каникулах, поэтому у меня получается подключаться каждый день. Но не исключено, что следующие видео в Вязовлоге я буду снимать точно в таком же формате. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я вам желаю всего самого хорошего и доброго, крепкого здоровья. И увидимся с вами очень скоро в новом видео. Пока-пока!